главный тренер сборной КНИТУ КАИ Хидиатуллин Азат Наилович. Азат Наилович, как вам сегодняшняя игра? Сегодня, значит, что могу сказать по игре. Первый тайм начали неплохо, сделали соответствующие корректировки в игре. Начали играть широко, высоко, меньше касаний делали. И за счет этого мы владели преимуществом на протяжении всего первого тайма. Считаю, заслуженно забили гол. Во втором тайме соперник тоже сделал кое-какие коррективы. Они начали играть в давление. Наши немножечко оказались к этому не готовы. Начался мандраж, обрезы в середине поля, что привело к ответному голу в наши ворота. Но ребят молодцы. Мы сделали замены тоже атакующей группы, которая как раз и сказала решающее слово в конечном результате. То есть как раз ребят, кто вышел на замену и завершили матч победным счетом, то есть 4-1. Ребята молодцы. Есть, конечно, недостатки. Будем разбираться, работать. На этом турнире у вас осталась еще игра со сборной ЧГПУ. Как вы соперника оцениваете? Соперник очень хорошая, обученная команда. Ребята играют дисциплинированно. Не теряют ни позицию, ни зоны, не раскрывают. То есть организованно играют, компактно. В порядке у них с техникой и с физической подготовкой. Завтра будет очень сложная игра у нас за второе место. Спасибо большое.